Сотрудники НПО имени Лавочкина, ведущего предприятия ракетно-космической отрасли, провели круглый стол, на который пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Это уже не первая встреча активистов с работниками предприятия. На прошлом собрании трудового коллектива работники завода выдвинули множество социально значимых инициатив. Все предложения были размещены на сайте движения общественной поддержки «Хиш.онлайн». От зебры пешеходных дорожек мы сегодня перешли к детским садикам и школам. Это очень важно. У нас не первая встреча в МПО имени Лавочкина, и уже горожане пришли с блокнотами, со своими предложениями. Но с чего мы начали? Мы начали с того, какие инициативы уже реализованы или будут реализованы в ближайшее время. А тот пул предложений и инициатив новых говорит о том, что жители действительно нам доверяют и верят. На прошлом собрании работники предприятия попросили увеличить количество автобусов на 10-м маршруте. Лидеры движения поддержали эту инициативу. В Министерство транспорта было отправлено соответствующее обращение. Мострансавто рассматривает возможность пустить больше автобусов по маршруту и уменьшить время между рейсами. Также лидеры движения поддержали инициативу установить пункты велошеринга в Химках. В данный момент ведется поиск оператора, готового осуществить этот проект. Вообще движение общественной поддержки показало свою эффективность. На сегодня даже многие муниципалитеты, которые в Московской области ведут по нашему примеру, тоже организовывают данное движение. Сегодня мы еще послушали то, что волнует их на сегодняшний момент. Все зафиксировали, будем дальше двигаться в этом направлении. Сотрудники крупнейших компаний города, бюджетных организаций и торговых предприятий собираются, чтобы обсудить инициативы, направленные на развитие городского округа. Инициаторами движения выступили химчане из первичных отделений партии «Единая Россия» и активисты проекта «Химки. Интересно жить». На сегодня горожане выдвинули более 2000 инициатив, и почти 200 трудовых коллективов предприятий и организаций являются активными участниками движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Мы призываем к тому, чтобы наши жители оставались такими же активными, какие они у нас на сегодняшний день есть, и продолжали голосовать на нашем сайте «Хиш онлайн» за инициативу, которая для них дороже всего. Ну а мы со своей стороны продолжаем продвигать эти социально значимые инициативы ближе к реализации. Напомним, что те инициативы, которые наберут большинство голосов, будут реализованы в первую очередь. Oh,